надо сделать снимки главарей. Не волнуйся, сколько целей ты видишь. Я открываю огонь пока. Это моя. Отсюда все будет видно. Нужно послать домой денег. Получим. Вот этот список. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет.
Плохи дела. Пора отсюда сваливать. Ты жалкий предатель! Ушел. Сэм, готово. Я достал список. Гуд. Я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Ладно, сделаем это. Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так. Ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило.
Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране и угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное! Вот это и есть прогресс! Это цивилизация! Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Вот в этом вся суть, Фостер. Рабы покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. О, я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что вас убит. Его прикончил какой-то Джейсон Брод. Ой, теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. Получит кучу бабок. Теперь этот остров мой, и меня никто Ладно, не остановит. Ладно, сделаем это. Тебя привел Сэм, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим новенький думает, что он особенный, крут. Потому что болтает с Хойтом. Хойт болтает со многими рекрутами. Он говорил с вас. Не таращь свои гляделки теперь, на а? Меня. Я король мира! Куда это у Хойта? Он не придет отмечать мое свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? Отда! Нет тебе кокоса. Эй, эй, вроде ж Дуг говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов! Сюда. Конец наступит? Делай дело. И Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни. Улыбайся. Ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Блять. Райли. Кто ты? Твое имя. Что? Твое имя! Нет! Райли Броди! Ах, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас?
Я не знаю. Он думает, ты мертв? Кто ты такой? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Ралли. Тут Джейсон? Ты жив. Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. This is good, yeah? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Да, будет так просто. Последняя стычка прошла неплохо. Нужен один...
Пора отключить Хойту телефон. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь набор С4. Это единственный вариант. И оставь немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер, я? Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Пора поджарить порося! Где мое укрытие? Давайте, у тебя нет шансов! Черт, он уже за дверью, вся назад! Давай, поджаривайся!
Большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Абонент Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь тебя. Где все будет чики-чики? Возвращаться с тобой в самолете. Я справлюсь. Встречай меня у склада горючего. Мы там повеселимся. Ну все. Айнс, давай, давай. Пошел. Прыгай. Деннис, я нашел брата, он жив! А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое, семейные узы. Ослабляй. Он мой брат! Запомни, теперь мы семья.